Пациенты 58-й поликлиники Северодвинска, которая обслуживает оборонные предприятия, пошли на поправку. Об этом Александр Цибульский говорил с директором центра «Семашко» Еленой Казакевич. Двое человек переносят COVID-19 в легкой форме, остальные в состоянии средней степени тяжести. Количество инфекционных коек с 80 увеличится до 95. Говорили и о работе медиков, которые помогают коллегам в других регионах. Пока у нас вот не было этой вспышки, у нас часть врачей из ФМВА бригады переехали в другие регионы. Я знаю, что это внутри вашей системы нормальная практика, но действительно там жители интересуются, не пора ли с учетом нашей ситуации вернуть этих медиков обратно в родной регион. 6 докторов вернулись из 10, которые уехали. Остальных мы ожидаем в ближайшее время. Вместе с тем, в Северодвинске продолжается работа по организации лабораторий, где будут проводиться исследования проб на COVID-19.